Поцелуй меня. Последний поцелуй одинокой девушки. Этой осенью последняя одинокая девушка Кэрри Брэдшоу выходит замуж за Джона Джеймса Престона. Купить тебе бриллиант? Нет, лучше огромную гардеробную. После 20 лет, прожитых в Нью-Йорке, я полагаю, что если бы я и мои подруги могли жить долго и счастливо, то это стало бы концом истории. Привет. Добро пожаловать домой. Я всегда знала, что она выйдет за него замуж. Знала и после второго разрыва. Ага. И после 15-го? Мы много расставались. Но в реальной жизни... 200 гостей. Чего ты хочешь? Я хочу тебя, и все. Всегда есть подвох. У нас проблема. В самом сердце города. Господи, что же я наделала? Свадьба моей мечты затмила мужчину моей мечты. Что-то заканчивается. Это было всего один раз. Так получилось. Что-то начинается. Я беременна. О, боже мой. А что-то... никогда не меняется. Ты же меня знаешь, я не верю в брак. На мой взгляд, ботокс намного полезнее. New Line Cinema представляет. Сара Джессика Паркер. Ким Кэтрол. Кристин Дэвис. Синтия Никсон. Жизнь не всегда похожа на сказку. Вот поэтому и нужны подруги, чтобы помочь пережить все это. Секс в большом городе.